вы смотрите новости онлайн. В Греции на Родосе запретили свадьбы для иностранцев после выходки британских молодоженов, которые сфотографировались у греческого монастыря в интимной позе. Мэтью Лун опубликовал фотографию со своей женой Карли, которая стоит на коленях в белом платье. У самого Мэтью при этом спущены брюки и нижнее белье до щиколоток. После инцидента верховный епископ запретил все иностранные свадьбы в монастыре Святого Павла на Родосе, несмотря на то, что пары бронировали церемонии за несколько лет. Мы греки, и мы дорожим нашими традициями и святостью наших религиозных объектов. Мы не можем допустить, чтобы это отвратительное поведение имело место быть. Сотни будущих невест из Великобритании и во всем мире звонят мне сегодня из-за этого поступка, сообщил глава общины Линдус. Позор этим двум за ущерб, который они нанесли. Сделают ли они то же самое на своей родине, перед британской часовней, еврейским храмом или мусульманской мечетью? Они были бы обезглавлены мусульманами, добавил он. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Ставьте лайки и дизлайки. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!